Мы привезли полистирол. Тебе он сейчас нужен? Да, как раз делаю новую партию. Теперь хватит надолго. Мы обнаружили штаб чистильщиков. Они устроились на одной стройплощадке. Там у них и база, и склад. Довольно сложно прятаться, если делаешь такую прорву напалма. Капитан Бенитос хочет сказать, что именно там чистильщики делают почти весь свой напалм. Надо оставить их без этой производственной базы. Ну, конечно, просто прийти туда и вырубить ток не получится. Джо Ферро, который, видимо, у них за главного, поставил половину своих людей охранять эту стройку. Их всех придется ликвидировать. Агент, чистильщики продолжают жечь дома, у нас не хватает ресурсов для тушения. Если не ликвидировать их производство напалма, рано или поздно весь Нью-Йорк загорится. Проблема в том, что это производство организовано где-то посреди их базы. Вот туда и отправляйся. Ликвидируй его, так чтобы восстановить было нельзя. То есть нужно уничтожить и их лидера, Джо Ферро, иначе он начнет все сначала. Там должно быть полно баков с напалмом и бензином. Увидишь такие баки, чтобы у этих чистильщиков потом уже не осталось ничего, что можно пустить в ход. А то мы знаем, на что они способны.
Парни, у нас гости. Бросайте все и мочите этих ублюдков. Внимание! Есть признаки взрывчатых веществ. Источник идентифицирован. Внимание! Устройство готово к подрыву.
Если тебе интересно, взрыв было видно даже отсюда. В здании наверняка есть еще несколько баков с напалмом. Избавься от них, а потом берись за Феру. Обнаружен активный эхо-маяк. Чего ждете? Идите и сражайтесь! Давайте, вперед!
Одну секундочку. Времени нет. Что ты там так возишься? Да там были проблемы с ремнями у бака. Уже все в порядке. Черт, наконец-то. Зону. Видимо, Джо Ферру в детстве не учили, что играть с огнем опасно. Теперь, когда он уничтожен вместе со своим заводом, нам будет проще разобраться с чистильщиками. Многие нью-йоркцы обязаны тебе жизнью, даже если сами того не знают. Отличная работа!
прошли в безопасную зону. Слава богу, агент, удалось разделаться с Ферро. Мы тут раздобыли компромат на чистильщиков, я его посмотрел, чуть не стошнило. Здорово. Модернизация — это всегда хорошо. Спасибо за помощь. Слушай, сейчас не до болтовни. Там что-то не так. Мне нужно к доктору. Ну, пап. Все будет хорошо, обещаю. Говорят, что батальон уже никому не мешает. Я сейчас занят, потом все обсудим. Все работает как надо. Назначаю тебя моим главным агентом по наведению марафета. Прекрасно. Теперь мы сможем увеличить наш отряд кинологов. Это поможет нам находить не только людей в завалах, но и тайники с оружием.